Приветствую тебя, дорогой друг, коллега и барабанщик. Хочу тебе рассказать о барабанных палочках K&K Drum Sticks и об их преимуществах. Почему я использую палочки K&K Drum Sticks? Потому что я являюсь их эндорсером. О, боже мой! Да всем насрать! Ну а если серьезно, я использую эти палочки, потому что они предоставляют достойное качество по доступной цене. Материал, из которых делаются эти палочки, один из самых распространенных и широко используемых среди барабанщиков, это орех. Компания производит палочки следующего модельного ряда. 5А с диаметром 15 мм и длиной 406 мм. 5Б с диаметром 15,5 мм и длиной 406 мм. Длина плеча 80 мм. И также удлиненная версия ROG с диаметром 16 мм, длиной 419 мм и также с увеличенным плечом 100 мм. Форма наконечника – бочонок, так как, по мнению производителей, это самый выносливый вид наконечника. Еще одним преимуществом компании является ее расположение. Они находятся в Донецке, поэтому с ними легко связаться по любым интересующим вам вопросам. Также это предоставляет возможность заказа палочек с любыми интересующими вас спецификациями, параметрами. Вы можете указать интересующую вас форму, модель палочек, в том числе вы можете заказать именные палочки. Все ваши пожелания будут учтены производителем. Я использую модель 5B, так как именно эти палочки идеально легли мне в руку и давали приятные ощущения при игре. Благодаря короткому плечу и наконечнику в форме бочонка, палочки позволяют извлекать плотный жирный звук с ярко выраженной атакой. Надежность и выносливость палочек также не может не радовать. Срок службы зависит от многих факторов. Жанра музыки, которую вы играете, вашей подачи, вашей постановки рук, угла наклона тарелок и многих других факторов. Я играю тяжелую музыку, где требуется мощная подача, поэтому любые палочки в целом разлетаются у меня довольно быстро. Но что касается K&K Drumsticks, их палочки держатся на уровне мировых брендов. И здесь K&K обладают еще одним преимуществом – недорогой ценой. В наше время палочки стали чуть ли не предметом роскоши, а K&K предлагают свою продукцию по очень приятной цене. На данный момент это 350 рублей пара. По моему мнению, в данном ценовом спектре они являются лучшими палочками, при этом стремясь к качеству топовых мировых брендов, которые стоят 2-3 раза дороже.